Украина завтра будет встречать великую святыню христианского мира. 20 октября по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира в Киев прибывает честная глава великомученика Пантелеймона. Святыня постоянно пребывает в Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне, а частицы мощей святого хранятся в христианских храмах различных стран и континентов. Ведь святого Пантелеймона чтут во всем православном мире как великого молитвенника и целителя. Имя его призывается во время совершение таинства ели освящения, освящения воды и в молитве об исцелении. Встреча святыни состоится в храме святителя Михаила I, митрополита Киевского, при Александровской Октябрьской больнице украинской столицы. Также в этот день состоится открытие при Свято-Михайловском храме подворья Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря.